Бензин. В интервью Тиль Линдеман сказал: «На самом деле, однажды я посмотрел один фильм, который называется «С любовью, Лайза». Это история парня, который теряет свою жену и работу и постепенно становится зависимым от бензина. Он ходит по заправкам и нюхает заправочный пистолет. Это своего рода трагикомедия. Было снято множество фильмов о наркоманах, но никогда о тех, кто нюхает бензин. Я думаю, что это было стартовой точкой этой песни».